Я потом включил опять. Нет. Ох, надеюсь, хоть что-то мы вот половину запишем из сегодняшнего всего того, что происходит. Но, ребят, это вот из-за того, что у нас проблемы на стриме. Все, опять начинаю запись. Что ж такое-то с записью-то сегодня? Так, что там, одна игра еще осталась у нас, да? Да еще тут там три игры. Да-да-да-да-да. Валяемся к букагашке Тропосу и Релишу. Да, там уже счет, кстати, 3-1. Играют они против Изи, Антиклона и Боча. Ну, в принципе, я так и думал, что будет вот где-то такой там счет 5-2, 5-3, возможно. Но всякое бывает. Изи и компании могут попробовать побороться. Все-таки Шаман, ББшка и Изи над рулет. Ну, там сейчас вроде неплохо подрезают. Да, пытается занырнуть сейчас Изи. Так. Ну и вроде бы пока что у синих не особо хорошие перспективы. Да, Изи еще. Ульта от Бугагашки, да, получить из пулемета. Да, Изи опять же просто оставалось там ТП 150, наверное, забрили его. Ну и тут падает сразу же антиклон и Боч. 4-1. Уверенно. Уверен. По-моему, всего лишь одно поражение у Бугагашки Тропа Сырелиша за все эти уже 3 часа практически, даже больше, наверное, чемпионата. Ну да, у них в квалификации было там что-то 13 на 1 вроде бы, или 15 даже на 1. Не помню точно, не имеет значения. Ну и вот сейчас. Сейчас. Да сейчас, по-моему, они все-таки победят. Я тоже так думаю. У них есть все шансы занять первое место. Дай поехать на лан. Бугагашка ушел. Нет, рываться не будет. Пока что Релиш пошел драться с антиклоном. Ты тебе заметил, что антиклон сейчас все-таки по пику не на... Да, не наемники, да. На наемники играет. Что я привык видеть его врывающимся с саблей. Ульта у Бугагашки вот-вот появится. Совсем чуть-чуть есть ульта. Сейчас он будет принимать. Давай, очень хороший. Ну, сейчас он в упор находится. Да-да-да-да-да, пошел простреливать. Там был в пузыре просто. Да. Отлично стоялся, но все равно снизу зажарили. Все. Это победа, это 5-1, это полуфинал. И два шага остается сделать Бугагашки и компании до победы на чемпионате. Да, только Тропос, только хардкор. 5-1. И такой победный танец Шамана. Только бубна не хватает там. Да, там, в принципе, все. Так, твое мнение, какой основной стат пойдет Ганнеру? Вот, честно, не знаю. Я еще сам учусь, друзья. Уже не лагает все отлично, наконец-то. Это у кого-то все равно лагает. Нет, это, наверное, старое. Это старое, скорее всего, сообщение. Так, уже все норм. Ребят, сейчас пока закрою все сообщения, к сожалению. Ой, там 3-5. Блин, столько интересного понаписывали. Так, давай, где там наши полуфиналы? А, вот там сейчас определяется в четвертьфиналах последние победители. Ну вот нам повезет, как-то так еще играют. БЦАшка. У БЦАшки там, по-моему, что-то... Да, вот как раз против Владлеса тоже просили что-то его посмотреть. Плотное. 0-3. Проигрывает БЦА. Да-да-да. Ой-ой-ой, вот это уже интрига хорошая. Вот так вот Владлес, жаба спешащая и севушка пока что выигрывают 3-0. Но... Все может еще измениться. Вот сейчас ультом пытался добить Зефирка. Все может измениться, когда ты играешь против БЦА. Итак, Севушка, Бладлес, спешащий. Ульта, кстати, там есть у Севушки. Да, но сейчас нужно поддержать дистанцию немножко. Вот спешащий сейчас пытается занять хорошую позицию. Ну, пока он хилит своих, это предсказатель. Лодка какая-то, трон. На данном случае у него трон такой. Ну да. Итак, забирает, кстати, рейдж у нас Зефирка. Спешащий не отпускает, просто Зефир ныряет за него, нет, уходит обратно. Гарида прессуют. Как-то растянули всю синюю команду, но тяжело Севушке так их лечить, когда они по разным концам карты. Все нормально, отличили, Бладлис себя подлечил дротиками. Да, но остается 15 секунд до божьей кары, если что. Походу здесь очень затяжные такие у нас будут битвы. Но никто не хочет совершать вот глупых ошибок, из-за которых потом последует поражение. Да, вот смотри, сейчас Зефирка очень битый, есть минус Зефир, Гарри не успел ничего сделать, остается последний БЦА, это 4-0. БЦА стоит на месте, он понимает, что он один в три, ничего не сделает. И жаба сзади такая. И думает, что же делать ему дальше, как-то сейчас 5 раундов подряд тащить. Конечно, когда ты играешь... Такой камбэк надо сделать. Когда ты играешь против БЦА, Зефира и Гарри, да ни на секунду нельзя расслабляться, понятно. Но все-таки сейчас запас хороший у
синей команды, и они очень легко выйдут в полуфинал и выбьют БЦА. Никак БЦА не может... Что-то пока не получается. Ни прошлую квалификацию, ни эту. Что-то не идет. Что-то явно пошло не так. Так, Гладлес. Получал, ушел обратно за текстурку. Или все-таки нет, продолжает врываться. Да, смотри, цепляет опять Гарида. Да, вот Владлес старает просто напрягать хила команды красных. Вот там уже спешащий почти умер. Так, Зефир. Ульта у него есть. Есть ульта у Владлеса. Владлеса есть. Ульт по одному, только. Там ведь бог второго зацепить. Совсем там... чуть-чуть оставалось. Красный спешащий. Красные все синие, кроме там жабы. И походу это первый будет отыгранный раунд, что ли? Или да, нет? Очень похоже на то. Или все-таки парень в лодке, он же лодочник, всех Севушка отлечит сейчас. Да, ведь отличил, посмотри, уже по ХП синие не уступают ничуть красным, и красные даже начинают уступать своим оппонентам. Вот забирают сейчас только рейдж. Какой этот жесткий тут предсказатель, как он тут подлечивает, неплохо. И, ну, опять же, затяжной бой по-любому до последних секунд, возможно, божья кара. Да-да-да, еще там одна греночка залетает. Сейчас можно попытаться убить БЦА. Нет, не стали этого делать. Спешащая Севушка просто максимально аккуратно играют. Спешащие... Смотри, как Бладлес там отъелся уже. Бладлес уже почти там фуловый бегал. Только сейчас потерял еще нормальный запас здоровья. Минус скилл, минус два, все. Убивают. Красиво. Вот зацепили, да. Вот и пожалуйста, 4-1, один матчпоинт отыгран. Нужно тащить дальше. Вот это даже четвертьфинал же, да, у нас, правильно? Да, это еще у нас четвертьфинальная игра. Даже могут сейчас даже не пустить в полуфинал БЦА эти синие ребята. Надо просто собраться и играть так, как играли до этого. Хотя, может быть, что-то нужно будет поменять. Потому что тут... Хотя мы видим все одинаково, все те же затяжные бои до конца. Да-да-да. Так, что у нас там спешащие отстреливает парней? Да, Зефир вообще нырнул там в тыл врага. Сразу же двое убегают. Причем убегают тоже в одном же направлении, очень классно. Владлес. Вот скоро уже у нас опять же приготовятся ульты. Но пока дальняя перестрелка и ничего больше. Но там уже есть ульт у Гарида. Угу. Есть уже почти ульт у Севушки. Гарид юзает ульт. Есть Владлес. Сейчас что ж ты такое? Иногда вот... спешит синяя жаба. Вот иногда чуть-чуть спешит. Ну БЦА, посмотри, лоу ХП есть, минус БЦА, и вдвоем остаются. Ульта у Зефира, но, наверное, она уже никого здесь не спасет. 3 в 2 дожимают, пул ХП синей команды, и да, становится, да, все. Останавливаются, все. Это ГГ. С честью приняли это поражение БЦА, Зефир и Гарит, и понимаю... Там пацан на гитаре шпарит. Вот это просто нереальный у нас предсказатель. Еще хардрок нам тут устроил. Окей, возвращаемся на турнир. Описание, турнир. Включаем сетку, полуфинал. Ну что, Маузван, нон-стандарт, слепец, скин и гарсончик. А кого они у нас прошли? Подожди, давай, я чуть-чуть забыл. Брингитон, прошли Палеотива, Корраптеда и Инсонс. Вот видишь, ну все-таки еще один матч был жесткий. Вот в чем будет все-таки фишка Старладера, что мы там будем все по очереди, всего лишь 4 боя в день, там будет подготовка, да, очень да, много раундов, интервью с игроками, будет очень интересно. Жаль, что так быстро. Так, давай уже игры. Ну что, кого смотреть все-таки? Как-то так, спешащий Севушка или Бладлис против Виста, либо вот слепца, который уже в полуфинале полтора хила, понимаешь? Так давай тогда посмотрим за этими полтора хила. Я всю квалификацию вот рассказывал про полтора хила, и уже вот слепец, гарцончик и скин, они уже в полуфинале. Все, я здесь. Так, как можно ли стабильно играть в эту игру? Просто потому, что она очень нестабильная, во многом тут тащит рандом. Стрельба на опережение, удар в спину. Да что стабильно? Это же просто вводят новое все. Только... Ну да, так как что значит рандом? Тут нету никакого... нет рандома, да. Нету спрея, как в КС, то есть пули не летят в разные стороны. Все летит только туда, куда ты целишься. Если ты прочитал противника, ты красавчик. Не прочитал, со всеми бывает. Так, когда название клана поменяешь? Скоро попробуем договориться. Так, что там пик? Если это возможно. Да, сейчас будет пик. Все ребята в игре, можно даже почитать, о чем они пишут. А, нет, тут у нас пишут вообще спектаторы. Угу. Привет, Тафи. Привет, Буллит. Привет, маме. 71 наблюдатель. Да, наблюдателей уже нормальное количество, 66.
6 игроков, 66 было наблюдателей просто. Ну, тут набивается сейчас народ. Всем очень интересно, что же будет между Слепцовым, Тробосом, Бугагашкой, Горцончиком, Скином и Релишем. Пока черкают карты ребята. Ну, тут тоже есть своя специфика. Но об этом уже в ближайших трансляциях по Bloodline. Будем брать интервью, расспрашивать у ребят. Все эти тонкости, нюансы. Да-да-да. Придется сегодня не фапать, пишет Слепец. Попрошу девушку свою. Ах, да, я забыл, что у меня же нет девушки. Две руки есть, чтобы фапать, пишет ему Пламень. Реваролон, что такое Слепцом? Пишет, просто рука болит, да. Придется не фапать. Вот с чего все началось. Вообще жестокие сообщения. Ну все, шутки в сторону. Полуфинал. Тропос, Бугагашка и Релиш. Их может остановить Слепец, Горцончик и Скин, которые... Ну, я не знаю, было ли там полтора хила в предыдущем матче, но они выбили вот Палеотива, выбили Корапта, да, и Инсолнс. Достаточно сильная такая тройка. Угу. Я не ожидал, если честно, вот, что они пройдут. Все, начинается пик. Тропос энд Слепец нам пишут сверху. 5 секунд до пика от этих ребят. 3, 2, 1... Астроном, медиум. Конечно, конечно. Так, ну и что же будет дальше? Там идет жесткая переписка пока что. Так, что пишет Зобер? Тут все очевидно, Релиш выиграет, второй матч интереснее. А там, это там может быть. Ну ладно. Так, поубирали, да. Там инженер, кажется. Что-то у меня потихонечку разрастается народ в клане. Хорошо. Скоро будет просто альянс. Да ладно! Он что, не успел выбрать или так и хотят? Не знаю, может быть, так и хотят. Ну, шаман, медиум, инженер, сверху понятно. А снизу... А снизу... Нету полтора хила. Нас обманули. Да. Всех обманули. Он напишет, что я ошибся или нет? Случайно. Отвлекли, негодяи. Да, Скин пишет случайно, это означает, что, наверное, до свидания этот матч. Давай выходи. Давай. Извините, друзья, но мы меняем матч. А может быть, не случайно? Все-таки давай посмотрим боец. Извините, друзья, может, он все-таки затроллил, но может, это ж, я же тебе говорю, что мы не видели. Ну да, не видели последнего матча. Ну тут пока что у нас идет первый раунд, я так понимаю, уже за синей командой. Да, кстати. Уже отправили Релиша на тот свет и наваливают. Посмотрите. Да, уже на Тропоса. Не зря остался. Не зря остался. Бугагашка. Получил тоже леща. И ныряет на него Скин. Это Слепец просто, по-моему, после вчерашней трансляции решил показать в финале, по-моему, Астронома и то, что он тащит. Да, ну, может быть. Удачи Слепцу и компании. Скину тоже вот на новом герое. Все-таки весь турнир он отыграл на ПП. Бугагашка скончался от удара топором. Ну все, добивает Тропоса 1-0 в пользу Горцончика, Слепца и Скина. Ну, еще, конечно, рано радоваться, только первый раунд. Да. Посмотрим, что будет дальше. Но уже довольно интригующая ситуация. Все-таки не в сухую, не в мясо. Ну и Скин на защитнике разбирается просто. Интересно. Как на английском правильно называется вот этот герой? Скин. Скин. Ребят, напишите там, пожалуйста. Мужик с топором. Киберарена ТВ на канале. Ух, хорошо, там залетает топор, да, сразу же. Труп, да ладно, как быстро же все-таки убили Горцончика. Я не понял, это какой-то или фейерплей, или что? Что здесь происходит вообще? Потому что только что Слепец стоял и не лечил, он там где-то секунды две, не лечил Горцончика, или подвис, или что-то с ним случилось, и 1-1. Ну, не знаю, сейчас разберемся. Хотя у Релиш самый большой пинг 45, у остальных там вот не больше 12, 5, 10, 6, 12, 6. То есть там все окей с пингом. Ну окей, все. Вот, наверное, третий раунд нам покажет, кто здесь прав, кто виноват. Кто не прав, кто победит. Ну, все шевелятся, это уже хорошо. Скин. Фрувак. Сейчас начинает инициировать Горцончик. Ну, смотри, Скин занимается Бугагашкой. Тут плотно, Тропос помогает ему. Здесь Релиш. Ой-ой-ой-ой-ой. Опять Горцончик минус.
что-то его как будто подложили ему гранату в карман, он так разорвало его. Так, а он и в прошлый раз примерно так же умер, вот в чем дело. Что я пошел там слепец нарезать, но его сразу же сбивает алтимейт. Да, минус слепец. Что-то тут явно пошло не так. Ну да, не дерется скин, непонятно. 2-1. Я тоже вот озадачен. Вот мы когда вот сидим с Каспером, и просто нас мы аж подвисли на этом полуфинале. Мы не понимаем сейчас, что происходит, если честно. Почему-таки первый вот First Blood за первые, не знаю, 10 секунд, по-моему, происходит. Так, да, и причем очень жесткий. Там парень с ником Горцончик даже не успевает ничего сообразить. Его сразу смяли просто. Как лист бумаги. Вот, все, у Горцончика нормально. Прыгает от 45 до 13 пинг. Это нестабильно. Это еще хуже, когда... Когда пинг скачет, да. Да. Что, Релиш забрал Рейджу в центре на Горцончика, да, на сели. Опять Горцончика начинает пинать, но вот вроде бы выжил. Да, хорошо, выжил Горцончик. И пошел дальше хилять. Не, нельзя же нырять самому, да, уходит. Ныряет за Бугагашкой, минус Горцончика. Опять скин тоже убирает. Ой-ой-ой-ой-ой, ныряет на Бугагашку, прямо уже на ульту прыгает. Прямо уже пули в нос начали вот залетать, как только он еще не приземлился. Сколько минусов от Бугагашки? 2 минуса от Бугагашки, это с ульты все. Там очень жестоко разобрал он. Ну, теперь мы делаем вот так вот, ребята. Чтобы всем было интересно. Турнир, фуллскрин, полуфинал. И мы уходим к квесту. Да, потому что там, кажется, будет сейчас просто разрыв. Да. Вообще непонятно, почему там не было БП, полтора хила. Я расстроен. В полуфинале. А, тут у нас пока что счет 2-0. Вист 3-0, короче, можно сказать, счет. Да, Бладлис, Пишащий и Севушка, по-моему, идут к успеху. Потихоньку они выигрывают третий раунд. И Вист пока что и компания... Ну, хотя посмотри, там Бладлис проигрывает. Ваншот. Два красных, Спешащий и Бладлис, два красных. 1% просто. Ай, нет, умирает Спешащий. Хорошо, Бладлис нарезал. Из инвиза вышел красный, но все равно там стандарт. Застрял только что в колонну, уперся. Ну нет, вроде бы нормально успел убежать. Бладлис ловит плюшку. Хил! Ну еще! Хорошо успел. Ниндзя может, кстати, вот навалять. Нет, все, теперь уже все нормально, я думаю, легко застанили, навешали и... Да. И заменил хорошо Севушка. Бладлиска сейчас, все. Тут уже амулет пошел от ниндзя, но это без шансов. Это 3-0! Вот это да! Сегодня бьют весь топ. Причем это действительно очень увлекательно наблюдать за тем, как те команды, которые мы привыкли видеть там вечно в финалах, что мы уже, там какой, третий, кажется, уже четвертый день у нас идет, если брать последние две недели, мы видим того же Виста там с Чироки, того же БЦА, а вот команды подобные вот сейчас красным, Севушка, Спешащий и Бладлес, показывают нам, что действительно игра только развивается и что даже... Да. Тут еще непонятно, топ кто можно... супертоп. Да, еще можно пить этих пацанов, которые сейчас занимают призовые места. Ну, смотрим за развитием событий, как будет происходить очередной раунд в этом полуфинале, но все-таки не зря переключились, потому что здесь... Ну, явно по оживлению идет. Да, я верю в то, что Вист вроде бы должен потащить, потому что они сейчас вот будут бороться. Смотри, Бладлес как в жабу-то влились, все полжизни уходит. Севушка уже с ультой, нет, он замену сделал, сейчас вот только... Вот она наберется, по-моему, заново. Ниндзя ульта готова уже. Да, ниндзя с ультой. Ниндзя уже двоих. Да, готов! Вот. Хорошо, есть, попал, зацепил двоих. Второго. Сейчас будет взрыв. Да, там еще, кстати, Чироки раскидывает камни. Бладлес на лоу хп. Бладлес попадает. Ульту Виста. Да, попадает Виста. Вот если сейчас, конечно, Виста еще прессанут, нормально будет вообще шикарно. Ну, у Виста была ульта, но он там потратился сейчас по рейджей. И... Да, и Бладлес умирает. Прыгнул там по двоим сразу же. Да. Но... Пока что синие все-таки живы. Есть ульта от Виста. Болото поставил. И, ну, все разбежались. Ульта у Севушки появилась. Медиум. Побежит ли за Вистом? Пошел. Прыгает в Чироки. Ну, а медиуму надо бежать просто за... Вдвоем пока что Севушка и Спешащий еще борется. Уже три красных почти. Все. О, Стрелок там просто ваншотом забревает сейчас. Ну что, Стрелок 1-3. Дал минус. Врывается в Виста. Ну, я тут уже подхилялись. Да, тут подхилялись. Уже вряд ли получится что-то сделать. Надо просто попасть такой... Ну, Вист с ниндзя точно не отпустит ситуацию 2-1, скорее всего. Итак, 3-1, первый раунд за Вистом, и это, возможно, камбэк в матче. Да невозможно, я думаю, это так и есть. Ну, начало... Ну, вот сейчас по психологии, да, важный раунд. Вот. Конечно. 4-1, конечно. Там 4 матчпоинта появляются, либо 3-2, практически сравняли. И... Ну, смотрим, справится ли с таким напряжным полуфиналом
Вист и компания смогут ли Севушка, спешащий Бладлиск, всех удивить и пройти дальше. Он сейчас пожиратель там получилось почти у него закинуть Бладлиса поближе к себе, но не тут-то было. Забирает Рейдж, Чироки. Смотри, там ниндзя. Как-то поживее стали, да, сильнее. Борьбу ведет, да, сразу же прячет его в камень. Чироки, Чироки его запрятал. А скоро будет тут уже у Чироки. Еще один удар. А, нет, потратил там Рейдж. Сейчас ульта у медиума, у Севушку. Дал ульту Севушка. Так, вот Чироки уже с ультой. Сейчас занимает удобную позицию. Тынь, пошел, тынь, пошел, тынь, пошел, тынь, пошел. Хорошо посыпал. Неплохо. Да, нормально. И хорошо влетел сразу ниндзя. Следующей ультой в двоих попал. Да, и Севушка, и Бладли сейчас отлетят. Все, отлетел. Уже один игрок отлетел. Второй и спешащий уже сдается. Даже не играет. Да, 3-2. И вот то, про что ты и говорил, что либо это 4-0 и полный разгром, либо же, ну или... Слушай, ну очень обидно со счета 3-0 проигрывать матчи. Когда ты ведешь 3-0, а потом и тебе наваливают. Вот в том-то и дело, что... Мораль, в первую очередь, подкачивает. Да-да-да, вот сейчас вот кто психологически покрепче, тот и должен победить. Ну и, конечно, и руки прямо и решают. Куча факторов. Все, смотрим, Бладлиск в инвиз пошел сейчас. У него какая-то страта, понял, комбо у него. Да-да-да-да-да. Инвиз, подокрался, плюнул, отпрыгнул. Он сейчас в спину неплохо подрезал. Он Чироки, но Чироки сразу же уходит в камень. Баночки редко накидывают, в основном под себя. Не, кидает, кидает банки здесь. Тут тоже каждым героем есть своя специфика, свои нюансы. Вот там, ой, убийца, о, хорошо. О, по двоим попал, отлично, Бладлиск. Главное сейчас не отпускать, натиск. Еще и отличился. Ульта, твиста. И Севушка, Севушка встреет. Ну, не сильно ушел. Да, ушел, ушел. Еще один ульт, посмотри, там опять зеленый у нас вист вместе с Чироки. Еще буквально нужно сделать один удар по висту, еще бы прыгает. Нет, Бладлиск отпускает. Ульта от Севушки, он тоже врывается там. Да, минус вист, это 4-2, но не будем забывать. Нет, посмотри, как быстро разрулили, что ж происходит-то? Убили спешащие, и все-таки без хила остается синий, а это значит, что 4-2, и появится матчпоинт у красной команды, оранжевой даже. Да, вот эта жаба, конечно, смотри, какая жесткая. В порядке, в порядке. Три матчпоинта. Там КПД, смотри, 180. 180 Бладлиск выдает. Это тоже искусственный интеллект, по-моему, в игре. То есть, да, я там привык видеть там 120, 140, 180. Это, конечно, очень жестко. Так. Что у нас тут пока происходит на карте? Вот ниндзя, опять же, пошел в контактную борьбу, решил вписаться в Чироки, помочь своему тиммейту. Бладлиса прессуют. Нет, пытается уйти. Хорошо, забирает Рейдж. Будет ли напрягать виста у Бладлиса? Сколько там до ульта осталось? Всего лишь... А, нет, еще нормально. 24 Рейджа. Вот ульт Бладлиса. Наблюдаем за ним. Выбирает подходящую траекторию. Может попасть хорошо. Да, попадает, кажется. Нет, там еще и убийца команды синих. Отлично сыграл Бладлис. Лоу хп. Буквально одну плюшку. Есть минус Бладлис. Девушка тоже, скорее всего, сейчас умрет. Спешащие. Спешащие. Нет. Не отпустят просто так. Это 4-3. И Вист не намерен сдаваться, судя по всему. Да уж, борьба обещает быть очень ожесточенной. Ну, она уже такая есть, скажем, прямо. Но вот дальше будет еще жарче. 4-3. Так, все, пошла драка. Чироки опять занимает мид. Подталкивает к себе Бладлиса. Бладлис сразу же убегает. И за тем временем занимаются спешащие. Так, Бладлис, да сколько ж может там его пинать? Да, еле-еле уходит, бедолага. Подкидывают Севушку. Ну, Севушке нужно лечить себя и Бладлис. Хотя нет, сам Севушка почти фуловый. Вот спешащие там тоже немного поднапрягли. Подкидывают спешащие. Ух, боже, сколько ж раз их туда просто затягивают. Ульты, ульты, у Бладлиса уже есть ульт, нужно выбирать, не попадает ни в кого с ульта Бладлис, но тем не менее могут запинать сейчас ниндзю, ниндзя умирает, отлично, 2 в 3 остается красная команда, есть шанс на победу, хороший ульт идет от Чироки, Чироки подлетает, но нет, это 2 минуса и OGP, вот эти 3 пацана красного цвета проходят дальше, они уже в финале, ай да молодцы, 2 сильнейшие команды выбили уже на своем пути. А мы пока что суперфинал. Маус против как-то так. Бугагашка, Тропа, Срелиш против спешащие Севушки и Бладлиса. Вот это очень сильно. Так, давайте-ка пока, наверное, почитаем, что там пишут у нас в чате. Да нет, дропов нету. Стрим не может подлагивать. Что тут нам пишут?
Ха-ха, да, пишет, что ждем первых задротов, которые будут решать. Так, Гвардиан равно Храмовник, которым играет скин. Ага, понятно, спасибо. OGP вперед! Всем привет! Да, всем привет, друзья! Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, матч еще не начался, поэтому... Тафа, я думаю, потом придет, ответит. Эти обе команды поедут в Москву? Нет, только одна команда. Второе место вот сейчас... Где тут турнир? Вот Техлапс. Первое место едет на финал, а второе место получает просто медальки. Точнее, монеты крови. О, все, матч начался. Отлично, мы уже заходим. Так, что там у нас? У нас финал. Битва за квоту. Драка за квоту, я не знаю. Просто махач. Сейчас стенка на стенку просто налетят. Что-то у нас на канале пишут. Да, заходите, канал в самой игре Cyber Arena называется. Что-то мне тут пипикает. Что ты творишь? Понятно. Так. Кого тут пока понабирали? Ну, да, еще не ясно. Тут ждем, когда игроки себе насобирают. Так, почему у тебя сегодня голос другой? Где Тафа? Не знаю, где Тафа. Тафа ушел, ему, опять же, звонок из штаба. Финал один бой будет в Москве. Не знаю, кстати, что там будет в Москве еще. Думаю, Тафа придет, опять же, вам все расскажет. Я пока не особо вникал во все эти тонкости. Ключ на Доту 2. Ок. Ок, ок, ок. Обязательно. Так, все. Храм Шиола. Карта. 77 на 23 в плане системы подбора. Ну, не знаю, система определения согласно рангам. Да, это уже финал начинается. Давай. Я тебя жду. Так, ну все. Таф сейчас ворвется. Он сказал, сейчас будет. Спросил, финал это или нет. И действительно, сейчас, сейчас начнется. Да, набрали. Что-то у нас. Ну, как обычно, вроде бы, да, все. Опа. Опа, опа, опа. Да уж. Медиум, инженер, шаман. И кто у нас там дальше? Ну и тут у нас... Да, как обычно, стрелок, медиум и, собственно, этот убийца. Бладлес. Все, поехали. Свободная камера и занимается сразу же центр карты. Хотя нет, никто особо не спешит. Тут эти две колонны очень много дают возможности для уворотов от скиллов. Противника Бладлес ныряет. Нет, ушел обратно. Севушка. Нет, Бладлес, кстати, забирает сейчас рейдж. Начинает подрезать маленько Релиш. А Релиш хорошо здесь наполучал. Пока что просто держится на месте команды. Никто особо не быкует. Да, меняется просто местами. Даже все-таки начнется массированная атака. Очень осторожно действует и синяя, и красная команда. Вот сейчас спешащие наполучал на пол КП. Уже ульты готовы. Сейчас у Севушки уже есть ульт. Бладлес тоже с ультом. Ну где же попадает? По одному? Неужели только по одному попал? Да, Тропос еще хороший ульт. Пошел от спешащего. Тропос лоу КП. Нет, Тропос выживает, отходит. Севушка теперь должен, главное, не расслабляться. Начинать подхиливать спешащие, подхиливать Бладлеса. Ну и, собственно, самому не отдаться. Битва идет ведь за квоту, за поездку на лан. Действительно, есть за что драться. Ульт, кстати, есть еще у Тропоса. Бладлес тоже уже 70% рейджа. Еще Гренка там залетела за колонну. Опять рейдж за Бладлесом. Севушка с ультом. Да, пошел там ульт от Севушки. Тропос, ну, хпшный. Бладлес. Вот это самый главный у нас... персонаж этой встречи. Так, смотрим, спешащий. О, как зажали, это тут в углу очень жестко. Релиш очень битый. Еще один удар остается. Нет. Где же? Смотри, 20 секунд осталось. Скоро будет уже божья кара. Спешащие. Нет, уходит.
Бугагашка! Очень опасно. Бугагашка там 300 хилсов. Сейчас вроде бы его немного подхиляли. Зажимают просто в углу. Сейчас красный пошел. Разрыв нет. Умирает первый спешащий. Но минус релиш. Тропос 140 хилсов. Остается один Владлес. У Владлеса 55 рейджа. Божья кара. Как все перевернулось. Как эти красные смогли вытащить. Непонятно. Ведь почти на протяжении всего боя они уступали своим оппонентам. А тут клац и 1-0. В пользу Бугагашки, Релиша и Тропоса. Очень жесткий первый раунд. Да, вот нам их сейчас показывают. Действительно, просто перетерпели. Есть такое понятие, как там в доте я часто употребляю. Перетерпели противника. Владлес схватил две плюхи. Еще там трешку пытается Бугагашка отстреливать. Севушка собирает рейдж. Севушки уже почти есть алтимы. Спешащие. Так, вернулся там. Я уже успел пару километров пробегать, друзья. Извиняйтесь. Извиняюсь. Извиняйтесь. Извиняйтесь перед мной, да. Ульта от Бугагашки, кстати, пошла. Издалека он надел демеджем. Да, Бладлес тоже, кстати, с ультой. И по одному опять попадает. Но ему уже второй раз не везет. Не особо хорошо вот эти текстурки ему помогают. Он и в прошлый раз мог двоих сразу же заультить. И там непонятно, как все могло обернуться. А так мы сейчас видим, что вероятнее всего красные возьмут. И второй раунд тоже. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Но все-таки мы видели эту квалификацию. Бугагашка, Тропос, Релиш. Проиграли, по-моему, всего лишь один матч вообще за все это время, за 3 часа. И очень уверенно и стабильно, самое главное, проводят все встречи. Ульта у Севушки, ульта у Бугагашки, ну, ульта у Тропоса. Забывать, что там OGP вот эти сделали? Три ульты сейчас, одну поюзали. Да-да-да, слушай. Сейчас Севушка будет юзать ульту совсем скоро. И Бугагашка подбирается поближе, ульта в Севушку. То-то-то-то-то, ну как-то покоцал нормальным. Ульта, Сева, давай, дает ульту. Да, труп. Минус. Бугагашка не отпускает. Так, ну и все, минус Бладлес. И спешащий здесь только один остается. Опять эти троллфейсы. Все нормально. Все отлично. Ну что ж, смогут. А, кстати, вот последний раунд все-таки 5-2 там было против Виста. Или 5-3. 5-2, да? Да-да-да. Не досмотрел этот полуфинал. Извините, сам в шоке. Ну вот я же говорю, что вот эти парни, Севушка, Бладлес и Спешащий, на своем пути забрили таких ребят, как Вист, как БЦА. И я думаю, что Тропос тоже может стать очередной жертвой, да, этих парней. Ну пока не получается. Все-таки вот Инженер, Бугагашка, Шаман, Релиш и Медиум Тропос. И хорошая связка. Да, ведь не поспоришь. Но вот, хотя Спешащий сейчас пытается со стороны набить лицо. Нет, 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 там, кстати, сколько там... О, рейдж есть, релиш с ультом, Тропос тоже с ультом. Стоит, конечно, дождаться еще, когда там Бугагашка нормально начнет. Сейчас у Бладлиса и Севушки будет две ульты. Севушка готова, ульта, Бладлис вот-вот появится. Да, еще 4%. Если Бладлис сейчас подрезает, вот, смотри, вот ульта. Ох, ох, хорошо. Двоих, хорошо, попадает, но... Причем в нужных полукоцанных, смотрим, заменились, нет, отхилились, а с тиммейта не влились. Рейлиш. Да, вот Севушка там получал только что, тоже нормально. Релиш ультует. Врывается в Севушку, нет, ушел навешали. Бугагашка с ультой, но красный. Тропос... Ай, Бладлес застрял в текстурке, получил там две пульки. Ну вот сейчас может быть ошибка, врываться в троих. Бладлес так и получилось, ему так навешали трое. Вообще еле ушел Тропос за ним. Ну, Бладлес еще мансуется. Да, и у него еще есть возможность нормально там натворить шороху, если, конечно же, хил про него не забудет. А хил про него, естественно, не забудет. Вот мне очень нравится, как релиш Бугагашка и Тропос, когда они красные, вот сразу же стараются держаться вместе. И они вот ловят тех типов, которые пытаются добить красных. И, ну, они на такой скорости это делают, ну, конечно, high skill просто. Владением маузом. Но у них просто понимание есть. Вот в первую очередь вы должны понимать то, чего вы хотите. Тимплей. Да-да-да. Смотри, первый уже отъехал. Красный первый отъехал. Да, и теперь Бладлес пошел подрезать. Минус второй. И остается Тропос в соло. Все. 1. Да, отыграли раунд. Очень интересно. Вообще, вот знаешь, если, допустим, КС, Дота 5 на 5, там очень важен тимплей, то здесь в 3 на 3 тимплей еще важнее. Потому что процент важности на каждого игрока повышается с 20 до 33,5, да, там, да, 33 и 3 в периоде, ну, точнее. Полтора раза, считай, то есть.
И действительно, действительно, от каждого действия, от любого действия каждого из игроков зависит очень много. Пока что Владлес так ныкается за колонной, разводит инженера, такой выпрыгнул, подрезал, дальше побежал. Есть рейдж в центре, Бладлес забирает, или Релиш, Бладлес забрал. Ой, сейчас Релиша навешали сейчас неплохо, и попал бутылку сюда Бладлес, может дротиками в него сейчас не тыкать, а нет, и он будет ультовать в двоих, сейчас хорошая возможность, давай, линия, есть! Попадает двоих, но это еще не все, потому что они фуловые, нужно их очень жестко продамажить. Ну, какашка с ультой, он сейчас, по-моему, Бладлес, нет, он решил не рисковать, отпрыгнул и держит ульту. Да, и посмотри, фуловый, просто фул хп красная команда. Две ульты, да. Гугагашка, Тропос. Так, Гугагашка. Сейчас занимает позицию. Ох, сейчас чувствую, польется. Ульта атака будет какая-то. Пошел ульт от Тропоса. Да, ульта Гугагашка заливает! Ох, Севушка. Так, пулемет в мире магии, конечно, очень веселая штука. Нормально там. Раздал инженер, есть минус. Победа 3-1. Но ульта, ну все, тут две ульты сработали. Да. Там просто Севушка, он был в безвыходной ситуации, он бежал вдоль текстурки, ему как бы либо на двух пацанов выходить, либо под ультой оставаться. Ну и походу там не было у него никакого ухода, и возможно перезарядка скиллов была. Да. И возможно не было 40% рейджа, потому что, наверное, заюзал ульту, и не было 40% рейджа даже на щит в тот момент. И, то есть вообще полный налом, вот именно самый идеальный тайминг был. Да, там смотри, Бугагашка получил плюху на 440, что-то такое. Так, продолжает его держать. Рейджа, Бладлес забрал из инвиза, плюс 30. Да, Бладлес там уже почти с ультой, вот у Тропоса уже 85%. Хорошо в релише попал Бладлес сейчас в бутылки, ослепил его даже. Молодец. Ну что, жаба дальше будет рулить. Из инвиза, да, стан на релише. Подрезает, Бладлес сейчас будет уже, кстати, с ультом, 96%. Еще чуть-чуть нужно. Ульта есть, сейчас надо грамотно. Ай-яй-яй. Вообще просрала ульта, Тропос еще не вышел из... Не знаю, как это назвать, транса. И... Ну, просто... Да, и тут в упор, иди сюда, Бугагашка, разодрал. Как грелку еще надпись. Просто. Как грелку разодрал. На, второй фраг, 4-1. И, пожалуйста, 4 матч-поинта, Бугагашка, Релис и Тропос. Ну, Каспер, ты со мной согласишься, я думаю, что они были сегодня... Просто шикарные, шедевральные. Да, стабильно и без шансов. Следите за последними новостями на нашем сайте по адресу bloodlinechampions.com. Да. Вот так было написано. И за нашими подробностями за на Киберарена ТВ, безусловно. И уже, думаю, в ближайшую неделю starladder.tv, наконец-то, вы все увидите первую бета-версию сайта, которая в течение полгода превратится, я думаю, в мега-жесткий портал. Потому что стримы будут почти каждый день по 4-5 дисциплинам, без остановки. Можно будет смотреть, что вашей душе угодно. Ну да. Так. Так, пока что спешащие получает. Очень плотно, причем получает. И Севушка тоже должен и сам себя еще похилить. И на спешащие уделить немножко времени. Да. Еще буквально нужно две плюшечки туда спешащему. Нет, уходит за текстуру. Так, а вот он долго очень не было. Да, Бугагашка. А смотри, Бугагашку ведь могут снять. Нам просто... Ваншот был, до поры до времени, скучкуются вместе, залетает, да, Релиш ныряет, подтягивают туда, спешащий, минус, хил. Ну все. А, нет, смотри, Севушка все, Бладлес стоит на месте. Да. Видимо, да, что-то да. Там внутри команды уже, там, так куда ты попер, там, ты, как обычно. Да, поздравляем Бугагашку, Релиш и Тропос, они сильнейшие. Увидимся, ребята, увидимся с ребятами в Москве уже. 18 числа. ТЦ Мега Химки, друзья, 18 марта. Мы там будем, бойтесь. И не только мы там. Слэм, Вилат, вся наша банда стримеров будет стримить все финалы специально для вас. И это будет, я думаю, шикарно. Это все будет шикарно. Ну что ж, из мира Bloodline 10 числа будет последняя квалификация старт-серии. После этого момента начнется регулярный сезон, который будет идти порядка 2 месяца. И 4 дня по будням, каждый вечер мы будем стримить для вас матчи. Это будет 16 команд, которые будут играть каждая с каждым регулярный сезон. И 4 лучших приедут в Киев на LAN. Это будет отличный призовой фонд. И да, вообще все будет очень круто, друзья. Вот поверьте мне, будет очень много интервью, общения с топовыми игроками. Будем в конце концов вот мы решать и понимать в течение 2 сезонов, какие герои, какие связки лучше, как лучше тренироваться, с кем лучше играть. Да, я думаю, народу побольше гораздо и в игре появится. И вообще ближайшие полгода очень интересны в мире Bloodline.
Да. Плюс один. Я буду лаконичен. Спасибо за то, что смотрели нашу трансляцию, друзья. Заходите в мой клан, скажу по концовке. Я не могу уже прочитать все эти сообщения. Спасибо, что пишете, ребят. Ну, извините. Вот это вопрос месяца просто был только что. Да. Финал в Москве, две команды. Опять же, вонючки, ну непонятно, будут они или нет. И вот Mouse One также будут. Возьми в клан, я быстро 20. Вот поднимешься, возьму, конечно же. Ну что ж, в принципе, я могу повесить вот такую только картинку всем вам, друзья. Кстати, где она? Первая. Вот такую. И попрощаться. И сказать вам до новых встреч. youtube.com/cyberarena.tv без точки. Там появляются все видео. Там есть все видео со вчера, там появятся все видео со сегодня, сегодняшнего дня. И вы сможете там посмотреть все повторы. С вами был Каспер. С вами был Тафа. С вами была Киберарена. Да, всем до скорых встреч. Всем пока.